Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Богатыри». Алёша Попович и князь. Вызывал князь? Вы только посмотрите. На Русь напали, казну украли, на границе болото наколдовали, а он пришел один. Где остальные? Да ты же сам Илье отпуск дал, а Добрыню на секретное задание отправил. Было дело. Узнать, кто напал. Кстати, а кто напал-то? Сила темная. Растения странные напали, все сокровища княжеские похитили. Ох, горе мне горе. Так, ну что, узнать, что украли у князя. А что пропало-то, княже? Мои сундуки. Мое золото. Все, все забрали. Не волнуйся, князь, верну я твои богатства. Так, ну что? Ага, слушайте, мне, наверное, надо... Ой. Мне, наверное, нужно, ребята, кнопки немножечко здесь подраставить. Так, ну что, друзья мои, погнали. Ой. А что мне? Я уже начал удар делать. Нифига. Иди ты, кролик, отсюда. Враг готов атаковать. Ну и что? Увернись. Ах, вот даже как. Неплохо так, да? Скелетоня. Дурачок. А это что такое? Что это у нас? Не знаю, ребят, что-то я подобрал. Вышибал, я помню. Использую суперудар. На. Эй, дурила. Так, мне, кстати, нужно еще, наверное, прыжок настроить, мне кажется, да? Ну, вроде бы поднастроил. О, на карту. То есть, это как боевка или как назвать игру-то, я даже не знаю. В общем, идем спасать сокровища княжи. У него похитили, а нам, видите ли, нужно все это возвращать. Так, Юлий, конь. А вот и княжеский сундук. Открывай скорее. Так, сразу открыть сундук или сперва спросить, что здесь делает Юлий? Да, спросим. Юлий, а что ты тут делаешь? Ну, в общем, меня князь послал. Да, точно, именно князь послал меня проследить, что ценности вернутся в сокровищницу. И все? Ну, скажем, оплата за это дело тоже предусмотрена. Так что открывай скорее, я хочу свою долю посмотреть. Сейчас. Ух, не открывается. Не иначе, как волшебство. Раз волшебство, значит, надо к Еге идти. Добрыня, вот так встреча. Узнать, как Добрыня здесь оказался. Ты же на секретном задании был. Был. Напал я, значит, на след вражины. В полях рядом с Киевом. Как вдруг налетел жуткий ветер, и все в окрестности превратилось в болото. И еле выбрался, и сразу к Еге отправился. Как же здорово, что теперь ты с нами. Идем, я тебе расскажу о том, что мне князь поручил. Идем. А куда идти-то нам? Так, как открыть сундук? Сундуки не просто украли, но и заколдовали. Это князю точно не понравится. Может быть, Яга сможет их расколдовать. А может, она сама в этом замешана. Будь внимателен, не дай себя запутать. В бой! Хорошо, буду внимателен. Значит, мы идем с тобой к бабе Яге, да? Только сокровища спасли, теперь... Оу! Так. Что там у нас? Ох, ёлки-палки. Так, так, так. Опять эти охранники здесь. Уходим. Так, отойдем. На-ка. А если я тебе суперударом? О. Так, отлично. Ой, что же я делаю-то? Получи и распишись. Отлично. Так, а что, что это за бомбочка у нас? Выбери врага, выбрал. Воу. Прыгай, говорит. А, вот он. Ну я понял, понял, все.
Нифига, тут еще и бомбочки у нас есть. Победитель. Чего пожаловали? Чего мы пожаловали? Попросить помочь открыть сундук. У нас тут сундук княжеский не открывается. Похоже, заколдованный. Поможешь? Конечно же, чего мне помочь-то? Только вы сперва ворона моего в лесу найдите. Я без него не справлюсь. Хорошо, отыщем твоего питомца. Узнать, кто призвал силу темную. Говори, это ты, смерч, и болото наколдовала? Что ты, голубчик, я сама из-за него чуть дома не лишилась. Вот оно как, ладно, поверим на слово. Удачи. Ну что, давай. Что у нас тут, зелье, ну? Открыть. Создать. Закрываем. Что, закрываем? И куда мне? Сюда надо идти, да? Сложно найти иголку в стоге сена, а птицу в лесу почти невыполнимо. Но для богатыря нет ничего невозможного. Отправляйся в лес и найди ворона, а заодно и силу темную разгони. Пернатый помощник. В бой? Ребят, конечно же, в бой. Так. Стоят тут. Ой. Ничего себе тут приколюхи. Так, включи автобой, и богатырь сам будет атаковать врага поблизости. Это хорошо. О, как удачно-то они придумали здесь. А эту штуку-то что, нельзя? Кто там все рычит, я не могу понять. На, на тебе. Супостат. Постой. Ага, вот как. Норм. Иди сюда, хламон. А, капкан тут еще оказывается. Ага, вот тебе и ага. Ага, кайт он мне еще тут. Ой-ой-ой. Да что ты будешь делать, так капканы одни. Ага. На. Тихо, тут какая-то ловушка, ребята. Норм, отлично. Так, уровень повышен. Надеюсь, что он повышен. Ну и где нам искать этого ворона? Говорящего, что ли? Илья, вот так сюрприз. Узнать, как он здесь оказался. Какими судьбами? Ты же в отпуске. Да, я в отпуске. Так надыхался, что аж устал. Вот, решил прогуляться и слышу, не как голоса знакомые. А ворон ваш прямо над головами. На дереве сидит. Спасите меня, умоляю. Узнать, что с ним случилось. Ну, рассказывай, что стряслось. Меня Черномор погубить хочет. Даже силу темную ради этого призвал. Узнать, где искать Черномора. Теперь ясно, кто эту кашу заварил. Про этого колдуна Горыныч знает. Пойдем к нему, расспросим. Только сперва меня к Еге отнесите, а то и со страху даже летать не могу. Спасибо, касатики, сейчас мы быстро откроем ваш сундук. Я помогать согласный, но требую защиты. Мы тебя отведем к князю, там ты будешь в безопасности. Ладно уж, говорили. Так, уровень повышен, 5 самоцветов я получил. Так, открыть что ли нам его надо, да? Так. Еще сундук. А зачем нам вот это все интересное? Ух ты, броньки какие-то все получаем с тобой. Так, а вот это что тут у нас? Непонятно. Исследования какие-то. Поиск золота. А, у меня не хватает. Понял. Исследования отменяются. Открыть. Создать. Предположим. Так, друзья мои, что мы тут с вами выполнили? Получить. Так, на день. Тоже получить. Окей. И календарь. Получить. Ну, прекрасно. Так, ну что, потащили ворона. Так, а ты-то что здесь делаешь? Усилить богатырей. Награда. Что там, награда откроется после прохождения 6-й миссии. Ух,
Ёлки-то палки. Деревянный, стальной, золотой, алмазный. Бесплатный. Зачем вот это вот нам дают? Вот эту вот всякую броню там, прочее, прочее, прочее. Для чего это нужно, а? Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Что ж, проблема с открыванием сундуков почти решена. Ворон отправляется к князю и будет там открывать заколдованные сундуки. А тебе путь держать к Змею Горынычу. Он должен что-то знать про Черномора. Что известно Змею Горынычу? Интересно мне, что он знает. Так, ну, пойдем потихонечку с тобой. Опачки. Так, здесь надо перепрыгнуть. Крестьянин. Что? Что ты мне показываешь? Не могу понять. Что? Так, пунктиром обозначен короткий путь к финишу. Ага, вот оно как, да? А так обозначается сокровище. Ага, тут как-то внизу можно сокровище взять. Понял. Нормуль. Отлично. Так, дай-ка мне сокровище. А где они? Меня обманули, никаких сокровищ здесь не было. Что ты там? На тебе, агакает он мне. Агакалка не выросла еще. Вот тебе его. Ух ты, я могу... Я, оказывается, могу щит бросать. Все. Но нет. Еще тут не хватало... Ать! Это специально так придумали, да? Так. Шикарненько. Иди сюда, акает он мне. А что, если я возьму и бомбочку в тебя швырну? Изи катка, друзья мои. Изи, ну действительно легко. Так, на карту. Здорово, Горыныч. Подскажи, где Черномора искать? Ох, я уже его несколько... Ох, я его уже несколько лет не видел. А зачем он тебе? Это он всю эту нечисть наслал. Нужно проучить негодяя. Вот молодец. Мне он говорил, что в Египет собирается. Египет. Так, узнать, чем Горыныч сейчас занимается. Дружище, как ты вообще? Спокойно нынче? Мне наоборот. Все разбежались, никто не беспокоит. Я себе хобби завел. И какой же? Металл изучаю, сплавы всяческие. Железо кую помаленьку. Слушай, так нам же кузнец нужен. Княжеский не справляется уже, а без доспехов богатырю нельзя. Так не вопрос, я с радостью. Так, спросить подробнее про Черномора. А что Черномору делать в Египте-то в этом? Он все пытается научиться ветром управлять. И вот узнал, что где-то в Египте спрятано такое знание. А ветром, говоришь, это стало быть, что вихри устраивать, которые страны разоряют. Твоя правда, Добрыня, только он тогда больше про помощь для мореходов говорил. Вы как хотите, а я без запасов еды в Египет не поеду. Бабуля ж моя, лучше знаток по растениям, она поможет. Бабуля моя. Слушай, сколько тут миссий-то? Ну, на пятой миссии у нас там что-то откроется, это явно. Чё такое? Чё зависло? Чё-то неправильно делал? А, надо сюда нажать. Ух ты. Алёш Попович. Открыть. Экипировать. О, даже как это все делается, да? Понял. Так, что там тут с тобой получили? Дай-ка открыть. Нормуль. Так, все вроде бы, да? А, нет, тут еще доспехи можно открыть. Подожди-ка, я их надел хоть? Вот, теперь надел. И тут надо также... А, меч у нас одет. Так, на плечи. Все. Так, это был Добрыня. Вот Илюша. А Илюша у нас
Со щитом, да, ходит. Понял. Ну, давай здесь. Отлично. Так, и кто у нас там еще? Ну, естественно, Илья Муромец. А он у нас с копьем бегает. Так. Окей. И на плечи. Ну, вроде бы как все. Так, открыть касанием. Пускай открывается потихоньку. Так, ну а мы с тобой двигаемся дальше. К бабуле. Нужно готовиться к дальнему походу, а без провизии никуда. Отправляйтесь к бабуле за советом, заодно и территорию от супостатов очисти. А то житье от них совсем не стало. Так, ну что? Ага. На. Получи. Прекрасно. Что там высматривает еще мне там что-то? Ах ты, гаденыш. Прекрасно. Так, наверх не могу, там и делать ничего. Ай-яй-яй-яй-яй, капкан-то не увидел. Прекрасно. Так, тихо, лучше нам здесь, наверное. Готов. Кто-то рычит там постоянно, ты слышишь? Но интересно, а как мне поменять, например, персонажа? Ах ты. Я думаю, кто там это? Там летучая мышь приется, оказывается, да? Так, здесь шипы, это опасно. Какие-то короткие на самом деле уровни, если честно. Быстро очень проходится. Наконец-то. Наконец-то я вас догнал. Тревога, на Киев напали. Елисей. Типа что? Какого лешего? Да быть не может. Так, кто напал? Все. Все, кому княжество покоя не дает. Сейчас в основном разбойники и сила темная, но не сомневайтесь, и другие пожалуют. Откуда напали? Так из болота, что возле города появилось. Граница теперь прям под городом. Вот враги лезут. Как часто нападают? Да постоянно, и каждые 100 минут новые враги прибывают. Как по часам. Нельзя больше медлить, пора Русь защищать. Вот и правильно, мы с Добрыней разведаем, что там с болотом. А ты к бабуле сходи, без фермы мы пропадем. Да, пропадете вы без фермы. Космихи деревянные какие-то. Так, и что? Что это такое? Захваченная деревня. Наглая банда захватила целую деревню и заставила жителей работать на них. Превратила их в своих рабов. Люди живут в страхе и без надежды на спасение. Один из жителей вырвался из плена и просит о помощи. Ну, я не знаю, на уровне 40 можно пройти. Давай попробуем, я не уверен, конечно. А вдруг получится, ребят? Заодно и посмотрим, что там. Там, наверное, так же, но... Тихо. Ой. Ага, шикарно. Ну, готов, хлопчик. Действительно, нечисть прет. Прям, я не знаю, как супостаты. Так. Так, мы вот таким вот ударом можем делать. Что это такое? Стоп, а где ключ? А, долечь всех врагов надо. Теперь-то от... ага, открылось. На-ка тебе. Ага, кай, такой довольный. Ага. Все, опять прошли. Ну, она такая, ребят, знаете, больше все-таки для детей. Игрулька, как бы ничего сложного здесь нет. Ходишь, дерешься. Главное, чтобы ты умел читать и понимал, в чем здесь прикол. Так, ну это мне не нужно. Так, и что здесь? Купить.
Шахту здесь можно какую-то купить. А мы с тобой идем вот сюда. Тут заяц у нас. Ох, елки-палки. Это потом мы вот до сюда доходим, да, я так понимаю. А дальше там что-то еще и непонятно, что нас ждет. Путь-то такой не маленький на самом деле. А вот отсюда мы с тобой вышли. Да, не быстрый путь. Так, пришла беда, откуда не ждали. Мало того, что из болота пассивы уничтожили, так еще и сила темная из болота прямо на Киев нападает. Придется теперь на два фронта воевать. Кстати, ты еще помнишь, что нужно к бабуле идти? Да я помню, что к бабуле нужно идти, только я не пойму, где это бабуля. Я сейчас иду, ну, по заданию, грубо говоря. А где бабуля, я без понятия. Ну-ка. На. Да господи, этот капкан тут еще... Так, тихо-тихо-тихо, ты там не буянь. Замечательно. Так, наказываем, наказываем. Ой. Хотя нормально, я думал упал. Вон капкан, наконец-то я его вижу. А эта фигня, значит, только на меня работает, да? На самом деле так несправедливо. Так, тихо, аккуратно. Все. Бабуля, срочно нужна твоя помощь. Ферму нужно открывать. Ох, Алешка, обижена я на тебя. Ну так и быть, открою. Да только без земли из волшебной рощи толку-то от нее не будет. Спросить, чем бабуля недовольна. Бабуль, ты уж прости меня, ежели что. Но я ума не приложу, чем тебя обидел. А ты когда на чай заходил в последний раз, а? Просто в гости, а не по делу. Ну, вроде в том году или в позапрошлом, забыл. То-то же. Обещаю исправиться, честная богатырская. Вот только силу темную победим и сразу с Любавушкой придем. Эх, Алешка, ты неисправим. Узнать, что это за волшебная роща. А что это за роща-то волшебная такая? Земля там особая, все на ней растет быстрее и больше. Сегодня посадишь, а завтра уже и собирать можно. Да только путь туда опасный, в былые времена оттуда редко кто возвращался. А теперь, даже не знаю, можно ли туда вообще дойти. Где наша не пропадала, справлюсь, не переживай. Ладно, бабуль, я побежал. Береги себя. Я уж, конечно, буду беречь себя. Куда я денусь-то? Что тут у нас? Это магазин. Что, у нас зелья, что ли, какие-то приготовились? Так, исследовать. Докупить, да не. Не надо мне здесь ничего докупать. Максимум хранения. Тут еще склад. А что тут еще? Шахта. Ферма. Мода же как. Понятно. Это вот Баба-Яга тут была, да, у нас. Так, а мы с тобой... Где мы с тобой-то вообще? Где находимся-то? А, так мы вот здесь и находимся, что ли? Или нет? Требуется уровень 3. Секешь, как они придумали? То есть ты не можешь пройти дальше, пока не получишь уровень 3. А как его получить? Сюда, что ли, идти? Главный разбойник... Две банды решили выяснить, кто из них главный, и собрались вместе на бойцовском кургане. Самое время, чтобы разом решить две проблемы. Только предупреждаем, это будет непросто. А разбойников очень много. Хотя, когда это мешало богатырям? Чего освободить место в плане? Б.
Блин, ну понятно, у меня еще и сундуки тут забиты. Ну-ка, здесь что? Ладно, ничего пока не могу сделать. Надо ждать время. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!